Отжимания на брусьях. Надо ли их делать и как правильно выполнять это упражнение? Конечно, существует много способов выполнения этого упражнения, но я вам покажу одно. Оно является как бы основным. Если у вас нет проблем в плечевом суставе, то выполнять это упражнение желательно в полную амплитуду. То есть опускаться вниз вы должны практически до касания груди. То есть угол в локтевом суставе должен превышать угол 90 градусов. И чем ниже вы опуститесь в перекладине, в брусе, тем больше у вас растянется мышечная фасция грудных мышц. При резком толчке снизу вся нагрузка в первую очередь ложится на грудные мышцы. Если вы будете выполнять это упражнение медленно и плавно, то нагрузка смещается на трицепс. При отжиманиях вы должны расставлять локти в разные стороны, то есть не отводить их назад, а разводить, как при жиме штанги лежа. Если локти уходят назад, то у вас включается больше трицепсы. В общем, выполнять это упражнение лучше на 10-15 раз. Если вы можете сделать больше, то добавляйте вес. Отдых между подходами должен быть где-то 1,5-2 минуты, а подходов надо выполнить 3 или более. Удачи!